Делегат 20-го съезда КПК Джан Хуа во время интервью рассказала, что она стремится посвятить свою жизнь делу сохранения искусства пекинской оперы, его наследованию и развитию. Она надеется оправдать большие надежды партии и народа. Я Чан Хуан, это моя любимая сцена. Я проработала уже 30 лет актером в пекинской опере. Я репетировала 38 крупных спектаклей и выступала на сцене около 10 раз. Я считаю сцену своей жизнью, но сейчас мне приходится на какое-то время попрощаться со сценой. 3 недели назад во время репетиции первая в современной опере «Ледяная дорога», посвященная теме духа зимней Олимпиады. Я сломала ребро из-за промахов в исполнении трюка высокой степени срочности. Хотя я пока не могу выступать на сцене, я все же не покинула свою карьеру навсегда. Искусство приближается к народу. Мы принесли культуру в деревню и донесли юмор до простого народа. Благодаря проведению разнообразных культурных и народных мероприятий, мы донесли искусство традиционной пекинской оперы до многочисленных семей и домов. Чтобы сохранить искусство пекинской оперы, необходимо, чтобы пекинская опера вошла в жизнь молодых людей. В качестве наследников пекинской оперы школы Куани третьего поколения, ученики любительского курса пекинской оперы, которые учились у меня, получили сотни наград. 19 человек поступили в профессиональные институты по специальности оперное искусство. Я также создала во многих школах и более 20 микрорайонах базы обучения искусству пекинской оперы, где подготовила более 3000 любителей пекинской оперы. Распространять пекинскую оперу, заражать юмором и весельем зрителей – это цель моей жизни. Я коммунистка, я делегат 20-го съезда КПК. Я Чан Хуан.